Итак, всем привет! Сегодня я бы хотел вам показать мой самый первый телефон. Он был, конечно, простой, не сенсорный, а самый обычный. Я сейчас поставлю видео на паузу, и когда принесу его и все сделаю, тогда продолжим. Итак, телефон перед вашими глазами. Видимо, это телефон Nokia. Если рассматривать его дизайн, на задней крышке ничего нету. Вообще ничего, только логотип, надпись Nokia. С левой стороны пусто, вообще ничего нет. Я удивился, по крайней мере. С правой тоже. Сверху мы видим разъем для зарядного, фонарик и наушники стандартные разъемы. Снизу мы видим тут микрофон. И дополнительный микрофон для разговора здесь. Поскольку этот телефон мне пришлось еще одно неудобство испытать. Я вспомнил, что старые телефоны не как сейчас, практически все на нано-симках и микро-симках. Этот телефон на обычной сим-карте, поэтому мне пришлось докупить ее отдельно. Вот, блин. Извините. Так, вот, собственно, мы видим аккумулятор. Он маленький, но телефона зарядки надолго хватает, потому что на нем процессор очень слабенький. Крышка на защелках, поэтому у меня возникло тоже еще не одно удобство. Вот тут вот она скрипит, и это заметно. Давайте приступим к самому внутренностям телефона. Итак, он только что включился. И мы видим, что же мы видим? Мы видим стандартный синий экран. Если телефон у вас черный, тогда он будет черным. И это нельзя изменить, тут меню обой. Если тут это можно сделать только одним образом. Если включить другой режим, допустим, самый распространенный беззвучный режим. Чем беззвучный режим, и у нас стали обои черные на телефоне. Но с беззвука тоже не очень удобно. Так. И что же еще? Тут есть, как в самом обычном телефоне, мы еще посмотрим его меню. Тут в меню некоторых функций нету. Контакты, звонки, радио, часы, настройки, память, памятки, МТС-сервисы, но это зависит от сим-карты, какие они будут. Игры. И дополнительные функции. Тут нету калькулятора. Чтобы калькулятора, там, будильника, таких вот всяких функций, чтобы их в них зайти, приходится вот меню и актив два раздела. Ходим в актив, тут есть говорящие часы. 16:38. Фонарик. Тут у нас включается фонарик. Выключим его. Тут у нас радио, демонстрации, будильник, калькулятор, выбрать игру, блокировка клавиатуры, ну все, в принципе, понятно. Сейчас я вам покажу, притащу сейчас еще одну свою модель. У меня их было два, синий и черный, все цвета, как бы можно сказать. И тогда мы продолжим. Итак, мы продолжаем. Конечно же, в синей модели видно вот тут вот логотип Nokia лучше, чем в черной. Это все цвета, черный и синий, которые существовали, потому что разного выбора тогда у людей не было. Телефоны, конечно же, единоличны. И разницу найти в них практически невозможно, по крайней мере, если не считать цвета. С другой стороны, они также, на них ничего нету. Это для меня было неудобно, когда я их только что прям достал. Только что их нашел. И в них, главное, не было ни гарнитуры, ничего в комплекте. Когда я посмотрел комплектацию в коробке, я там обнаружил только зарядное устройство. Даже не было USB. Как мы видим, сверху телефоны тоже единоличны. Как я уже и говорил. Ну, посмотрим их раз. Ну, вот реально, сколько бы я ни пытался найти разницу в телефонах, у меня этого так и не удавалось.
конечно, вы задаетесь вопросом, почему на тот момент у меня было два телефона. Потому что, как вы видите, синий до сих пор остался работать. Он у меня был после черного. А черный у меня разбился, и я его успешным образом содрал с него, так можно сказать, клавиатуру и расфигачил экран на нем. Поцарапал его, все такое с ним. С ним он стал нерабочим, можно так сказать. Поэтому мне купили еще один такой, после того, как тот раз долбал я, и он сам разбился, можно так сказать. Мне купили синий телефон. Ну, впрочем, если кому телефон нужен для звонков, пожалуйста. Сейчас телефон стоит не дороже 200 рублей. Когда я его покупал, он стоил 800 рублей. Но это было года 4 или 5 лет назад, я не помню точно. Ну ладно, если понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну и спасибо, то что были с нами. Всем пока.